Друзья, всем привет! Сегодня я покажу замечательный лайфхак, как можно сделать красивую, очень стильную и удобную подставку для ножей своими руками из подручных материалов. Такую подставку вы точно не купите в магазинах, а гости будут спрашивать, где вы такую нашли. Нам понадобится обычная стеклянная ваза или какая-то красивая стеклянная прозрачная емкость. Главное, чтобы она подходила по размеру к нашим ножам. И теперь просто по очереди насыпаем в вазу горох, рис и фасоль. Главное, чтобы слои были примерно одинакового размера, чтобы это красиво смотрелось, и чтобы наши крупы и бобовые различались по цвету. То есть, если горох у нас желтый, рис белый, а фасоль коричневая. И еще очень важный момент, крупа должна быть хорошо просушена, и, конечно, там не должно быть никаких паразитов или жучков. Ваза, в которую вы насыпаете крупу, тоже должна быть полностью сухая. Если вы ее моете, то обязательно хорошенько вытрите бумажным полотенцем или дайте ей высохнуть самостоятельно. Посмотрите, какая красота у нас получается. Это очень интересная подставка, вы такую точно нигде не найдете. И еще она экологичная и сделана из самых простых материалов. Красиво, стильно, удобно и практично.